И сегодня в суде Слуцкого района огласили приговор по уголовному делу об отравлении угарным газом двух человек. Обвиняемый – директор кафе, в котором погибли женщины. Мужчину признали виновным в неисполнении служебных обязанностей, повлекших гибель людей. Назначено ему наказание в виде лишения свободы сроком на 2 года, с отбыванием наказания в исправительной колонии в условиях поселения, с лишением права занимать должности, связанные с выполнением организационно-распорядительных и административно-хозяйственных обязанностей сроком на 5 лет. Кроме того, мужчина обязан выплатить по 5000 рублей родственникам погибших. На обжалование приговора суда у сторон есть 10 дней. Калятко Дмитрий Михайлович, являясь ответственным лицом за газовое оборудование данного предприятия, допустил нарушение требований нормативно-правовых актов, также требований технической документации на газовое оборудование, установленное в кухне данного предприятия, не обеспечил проведение технических осмотров газового оборудования, что повлекло в результате смерти 2 человек. Напомню, ЧП произошло 5 февраля прошлого года. В одном из заведений Слуцка от острого отравления угарным газом погибли 2 сотрудницы. В связи с чередой трагических инцидентов с отравлением газом в сентябре 2016 года было принято решение об обязательной установке сигнализаторов угарного газа в квартирах и на объектах общественного пользования.